А добро пожаловать на прохождение Теоса к Наруто. Надо бы только понять, где она. Уже. Спасибо. Спасибо. Много-много говна. Окей. Вот. Зеленый листик Конохи.葉は枯れ果て、やがて地に移るも、葉となり、さらなる力を生み育む。人同じく過去を継ぎし、若葉の者、いつしか先を見据えし、忍びに育たん。 Честно говоря, никогда не понимал об этом. А, честно говоря, никогда бы не подумал об этом. Я представить не мог, что когда-нибудь буду помогать этому идиоту. А, Наруто уже стал, да. Но он обладает какой-то странной способностью притягивать к себе людей. Видимо, в какой-то момент это подействовало и на меня. Чтоб тебя, Наруто. В чем дело? А, нет. Еще нет. О, ничего. Так, о чем мы говорили? А то нравится ли тебе работать моим советником? Да, точно. Ну, вы стали шестым до того, как я здесь оказался, так что особых проблем у меня не было. Вы выполняете свою работу самостоятельно, а задания, которые я получаю, ничуть меня не удивляют. Примерно таких поручений я и жду, вы отлично справляетесь. Дома. Рад слышать. Но. Ты хочешь сказать, ты уверен, что если Наруто станет Хоккай, у тебя будет еще больше работы? Да, он чокнутый. Он ни перед чем никогда не останавливается, берется даже за самые невыполнимые дела. Какую поддержку я смогу ему оказать? Поэтому я хочу сейчас помогать вам. Да-да? Точно, точно. Сменим тему, Шикамару. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Хотите, чтобы я кое-что... Ай, фак. Хотите, чтобы я кое-что сделал? Что именно? Я хочу, чтобы ты обошел деревню. Обошел деревню? Я? Да, теперь, когда я стал Хоккаге, у меня совсем нет времени следить за порядком в деревне. Так что я хочу, чтобы ты стал моими глазами и ушами, чтобы ты... Да что ж такое? Чтобы ты был в курсе всего, что происходит. Эх, ну разве кто-то другой не может? Я хочу, чтобы именно ты занялся этим. Я рассчитываю на тебя, Шикамару. Хорошо. Почему он решил поручить это именно мне? Йощ? Да? Нет? Не Йощ. А как он будет делать? Да. Какая же поручил Шикамару своему новому помощнику смотреть деревню? Несмотря на то, что это поручение показалось Шикамару странным, даже подозрительным, он согласился его выполнить и отправился патрулировать Коноху. Патрулировать деревню? Серьезно? Наверное, стоит пройти по главной улице. А, привет. Чё надо? Эй, Шикамару. Что у тебя с глазами? Привет, Ирука-сенсей. Спасибо за все, что вы делаете.
Ты слышал, что вместе проведения экзамена чунинов начался мировой турнир ниндзя? Кстати, я об этом слышал. Говорят, это очень масштабное событие, в котором участвуют все 5 деревень. И кажется, потом 5-я дала мне странный кунай. Сказала, что это вроде как мой билет на участие в турнире. Ты сможешь лично себя показать, если, конечно, решишь участвовать. Да, я подумаю об этом. Узнаю ли мне его в Шикамар? Боже, что с твоими глазами? Мне заново все это собирать не надо. Ох ты ж ёб. Ох ты ж ёб, лучше бы для Наруто столько заделали. Ну, пойдем на турнир. Да? Нет. А зачем ему-то на турнир? А, точно, просто турнир же. Пошло. Вон пошло. Похоже, ты много работаешь на постом помощника Какаши. Это подарок для тебя, обойдемся без церемоний, просто возьму. Спасибо. Продолжай дальше помогать Какаши, хорошо? Нет. Здрасте. Хинато пора уже связать свою жизнь с ее возлюбленным. Может быть, ее Маша Ситенко ей в этом поможет? Ну, давай. Еще раз. Или у меня все зачтется. Добро пожаловать на мировой турнир ниндзя. Бои проходят один за другим, они на рейтинге, и ты сможешь выбрать один из них в зависимости от твоей силы. Что тебя интересует? Пока я не могу принять часть. Подожди. Список снаряжения. А нет, все сохранилось. Ну давай. Стоит ли мне принять участие в турнире? Хочешь принять участие в турнире? Хорошо. Пожалуйста, выбери свой рейтинг, который тебя интересует. А, у меня все пройдено. Ну и зачем? Фу. Да что ж ты с... Для Нити важно постоянно совершенствовать свои боевые навыки, а теперь помоги мне. Нет. Сейчас я не могу прощу прощения. Почему? Почему ты не хочешь со мной раз? Нет. Все, я понял. То есть я могу и здесь собрать это все. И это вы поняли. Ну все. Сейчас это выполним. Отлично. Ну а если не выполним, то выполним Загару. Эх, вот многие говорят, не изменилась графика по сравнению с третьей, вот так заметно. Вот я посмотрел и охереть, как изменилось. То есть кажется, что не изменилось, а изменилось. Очень даже заметно изменилось. Что еще надо? Уйди. Опять вы? Эй, ты меня нашел. Что? Ты не Наруто? Наруто? Ты знаешь Наруто? Да, иногда мы с друзьями упражняемся в применении тут с маскировки. Если Наруто тебя нашел, значит ты проиграл. Серьезно. Эй, тебе тоже стоит нам помочь. Чем больше Наруто, тем веселее. Что? Прости, у меня слишком много дел. Хорошо, начинаем. Готов? В этот раз ты меня ни за что не найдешь. Ну и ну. И сколько мне это надо? Нисколько, понятно. А, мне ж надо говорить со всеми заново, точно. Они ж, наверное, что-то другое скажут. Твою маковку.
Что тут надо? Что ты скажешь? Интересно, каким будет моя следующая... Нет, ничего нового. Вроде как... Что мне скажешь? Ну вот, я разобрался с заданием, могу немного порисовать. Ладно. Почему я чинорут, когда начинаю все делать? Что это вы двое здесь делаете? О, Шикамару! А? Мне казалось, ты теперь советник Акаши-сенсея. Так и есть, он приказал мне патрулировать деревню. Почему? Кто знает. Постой, у меня вопрос. Как ты вообще смог стать его советником? Близится новая эпоха, когда я думаю о следующем Хокаге, я смогу помочь только став его советником. Не знаю, что я смогу сделать, но я все равно хочу помогать ему всем, чем смогу. Это так похоже на тебя, Шикамару. Мне сразу было понятно, что ты много обо всем этом думаешь. Как же иначе, мы больше не дети, пора думать о серьезных вещах. Там мы продолжаем дело с Сумо-сенсея. Нам надо стараться. Да. Он прав, Асума-сенсей дал мне что-то. Он тебя завалил, ребенка Куринай, чё ты вообще радуешься? Сказал тебе, будь отцом. Что я должен защищать? Вы дали это мне, когда вы воскресили его... Вы дали это мне, когда вас воскресили во время Великой Войны Ниндзя. Что он ты дал? Порузью он ты дал. Давай. Я никогда не забуду чувства и эмоций, которые направляли ваши кулаки. Я был прав. Ему только порузью дали. Ой. Но это же кристалл воспоминания. そこがてめえの墓穴だ。 Давай. Что ж ты? これは一人で戦ってるんじゃない。 Он же говорит человеческое его, блядь, нет? Мы приняли его огонь, теперь наша задача не дать ему гаснуть. Вот почему. Ты стал ассистентом Хокаге, да? Чтобы быть рядом с ним и охранять всех нас. Чтобы оберегать ребенка Асуму-сенсея и чтобы помогать Хокаге. Думаю, долгая дружба помогает это понять. Мы чувствуем то же самое.
ты прилежь, да, по-своему шикомарами ты тоже должен. И мы тоже будем делать то, что считаем нужным. Мы будем защищать ребенка Асума-сенсей и всех остальных в нашей деревне. Это придаст нам все необходимое, чтобы помочь Хокаге. Да. Но. Так все эти разговоры о следующем Хокаге, ты ведь имеешь в виду Наруто, да? В это сложно поверить, учитывая все, что мы о нем знаем. Я думаю, это о том. Я думал о том же самом. Но нельзя забывать о том, как. Что он как-то сумел всех очаровать. И он совершенно точно успел многого добиться. Иногда мне кажется, иногда мне в это даже не верится. Да, минутка. Я что-то заболтался тут с вами. Да, точно, у тебя же есть задание, прости, Шикомару. Ну не то чтобы я спешил, так что ничего страшного. В любом случае, мне пора идти, до скорого. Хорошо, пока. О, Гай. Заставит меня, наверное, сражаться. Чёрт же, Ина тоже сильно переживали за Конох, как Шикомару. Мысль о том, что у него есть верный товарищ, наполнял Шикомару радостью. Чё открылось? Хината. Понятно. А Хината где? Чёрт же, Ина тоже думает о том, что будет дальше. Пожалуй, я должен этому... Дислексией. Пожалуй, я не должен этому так удивляться, но это и вправду здорово. Теперь. Мне, пожалуй, лучше пойти на поле для тренировок. О май гад. Ты серьезно, это все задания? Следующая остановка на маршруте. Шикомару встал в поле для тренировок. Ну что же он там найдет? Что же он там найдет? Вот я даже не знаю. Вот не знаю я даже. Ну Хокаге вот там, да? Что Хината делает Анедж? Пам-пам-пам. И где он? Чё надо? Время почти пришло. Почти пришло. Шикомару? О чем это вы говорите? А, это не подготовка к свадьбе, нет? О, забудь. Господин Хокаге. Шел регулярный отчет из замка Хазуки. А, спасибо за сообщение. Замок Хазуки. Тюрьма, в которой держат самых опасных преступников со всего мира. Кажется, хозяин замка недавно сменился. Я не помню, как в 9-м фильме называлась тюрьма. Вроде в 9-м тюрьма была. Хе. А это месяц снова никаких происшествий. Похоже, новый хозяин без дела не сидит. И почему-то шестой, кажется, беспокоится из-за нового хозяина. Но думаю, я могу понять его чувство. Все же количество преступлений с его назначением значительно снизилось. И очевидно, именно шестой порекомендовал его на эту должность, так что ничего удивительного в том, что он волнуется. Может, это Ямато? Кто это? В таком случае, наверное, стоит послать новому хозяину какой-то подарок, знак благодарности. Так Конока сможет укрепить с ним связь. Может, стоит это предложить? Не. Зачем? Теперь, когда в замке Хазуки появился новый хозяин, уровень преступности значительно снизился. Предложите Какаши отправить новому правителю подарок на благодарности за его труд. Почему бы и нет? Шестой. Я слышал, что количество преступлений значительно снизилось после того, как в замке Хазуки появился новый хозяин. Да-да.
Да, все верно. Возможно, стоит отправить ему какой-то подарок на благодарность за его труды. Подарок? Нет, не думаю, что в этом есть необходимость. Боюсь, ты можешь повредить нашим отношениям. Не забывайте, что я помощник шестого Хокаге. Подобное дело входит в мои обязанности. Что ты имеешь в виду? Я сам подготовлю подарок. Но я же сказал. Нет ничего плохого в том, чтобы подарить подарок тому, кто старается. Это вполне естественно. Напротив, будет грубо вообще ничего не подарить. Нет, постой. Если что, ничего не делают, у меня не останется выбора. Для такой работы и нужны помощники. Шикамару? Прошу предоставить это мне. Вы пока напишите письмо с ответом, хорошо? Хорошо. Так что же нам отправить? Мне нужен совет того, кто в этом разбирается. Ты сначала... А что, если это не папа? О, 8 марта. О, Шикамару. Ина, у тебя какие-то дела в поместье? Да, я пришла по поводу моего следующего задания. Сейчас все закончу и пойду домой. Ты как раз вовремя, я хотел бы тебя кое-чем спросить. Ты не против? Мы столько что с ней виделись. На каком она задании не была? Звездюш. А, я поняла. Ты уж очень хорошо, что ты ему помогаешь. Молодец, Шикамару. Спасибо. Откуда столько энтузиазма? Он пишет письмо хозяину замки Хазуки, да? Разве ты не знаешь, но... А, вот в том-то и проблема. Разве ты не знаешь, но хозяин замка женщин? О, да, похоже, так и есть. И какая же сенсей собирается отправить ей подарок? Это важное событие, разумеется, я взволнована. Это ведь я придумал отправить подарок, но раз она уж так рада, лучше промолчу. Мы немного отвлеклись. Я думаю, ты сможешь дать мне пару советов по поводу подарка. Знаешь, тебе очень повезло, я как раз знаю, что тебе нужно. Есть одна вещь, которая будет рада любая женщина. Похоже, ты знаешь, о чем говоришь. Что же это? Разумеется, это ожерелье. Абсолютно все женщины любят украшения. Я уверен, она будет рада получить такой подарок. Ясно. А что ты имел в виду, когда сказал, что мне повезло? Ну, дело в том, что недавно в деревню прибыл один торговец. У него очень красивое ожерелье. Торговец? Если ты так считаешь, что ожерелье хороший подарок, тогда, пожалуйста, взгляните. Спасибо, Ина. О, не бери все голову, все же не так часто появляются новости о романтических отношениях, как Каши-сенсей. Новости об отношениях? Ладно, пора искать торговца, он должен быть у врат Конохи. Мне еще на кладбище надо сгонять. Замок Хазуки. Огромный замок Хазуки на светной деревне травы, да? Да, это он. В его стенах держат самых опасных преступников из всех деревень, говорят, что те, кто попадает в замок, остаются там навсегда, поэтому все преступники и злодеи так боятся этого места. После недавнего происшествия позиция хозяина замка освободил. Ну да, он сдох как бы. И разрушил половину замка. Но несколько дней назад у замка появился новый хозяин. Или, скорее, хозяйка. Очевидно, она знакома с Какашей, но подробности никто не знает. То есть, по сути, они взяли одну филерную историю. И, возможно, соединили с другой филерной историей, где Какаши находит какую-то девушку. Которая ничего не помнит. Которая спион. Тоже из деревни травы вроде. Нет, из деревни, не помню какой. Но тут тоже филлер. Это филлер, это филлер, можно объединить. Да, спасибо. Все львони. А, точно, мне на кладбище. Самое лучшее место. У законы Хьюга.
Бежим, бежим от него подальше. О, здрасте. You? Что, Наруто и Хината? Что вы здесь делаете? Привет. Привет. В чем дело? Вы кому-то на могилу? Да, к Неджи. Он пришел, Хината, ему устроили небольшой поединок. Шт! Ты больной нахер! Новая просьба. Наруто и Хината пришли навестить могилу Неджи, наверное, стоит с ними поговорить. Узнать подробности. Эй, Хината, ты часто сюда приходишь? Да, я в долгу перед Неджи, я стараюсь приходить сюда как можно чаще. Оу. Неджи. Неджи так заботился обо мне. Даже когда приближалась Великая война, он тренировался со мной. Устраивал поединки снова и снова, лишь бы избавить меня от избавить меня от волнений. Значит, вот зачем вам поединок. Да. Вы двое выглядите так серьезно, скоро мы отправляемся в путь. Ты переживаешь, да? Из-за того, что скоро начнется четвертая великая война с ниндзя. Немного. Нет, не. Очень страшно. Многие из тех, кем я дорожу, пойдут сражаться с ужасными людьми. Мы не можем защитить их всех. Я даже не знаю, скольких я смогу защитить сама. Вдруг кто-то умрет прямо у меня на глазах. Вдруг я не успею помочь. Вот почему. Я не должна опускать руки. Я должна стараться изо всех сил до самого конца. Если смогу стать хоть капельку сильнее, я должна это сделать. Хината? Ясно. Яре. Прости, госпожа Хината, но похоже, что вы не осознаете собственной силы. Что ты имеешь в виду? Ты должна сама найти этот ответ на этот вопрос. А сейчас начнем поединок. Эй, Хината, могу я тоже присоединиться? Я не смогу тренироваться с тобой, пока ты будешь на войне. Но... Вы легко справитесь, госпожа Хината. Просто сосредоточься на том, для чего ты дерешься. Почему я дерусь? Ты должна точно знать ответ на этот вопрос. А теперь начнем. Ну, ок. Я дерусь, потому что я дерусь. Как бы вот. Тянь-тя. Мелкая падла. What the
さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。出して出して。逃げてばかりじゃ進めない。勝負あり。今までよりも強い自分を感じることができた。よし、этого достаточно。 Я... Ого, Кината! Да, как велика твоя сила. Ты нисколько не слаба. Теперь ты знаешь ответ. Ради чего я сражаюсь? Когда я сосредоточилась на этом, сила сразу наполнила меня. Жители деревни, клан Хьюга, мои друзья. И, конечно, Ханави. И ты, Неджи. И... Желание защитить того, кто тебе дорог, сильнее всего. Как ты сказал, пока те, кто дорог тебе, жители деревни и твои друзья в твоих мыслях, в твоем сердце. Тебя невозможно будет победить. Ты даже сможешь выиграть войну. Нет же. Этому меня научил народ. Когда Саски ушел из деревни, мы отправились за ним. Наруто сражалась твердо. Что ж такое это? Когда Саски ушел из деревни, и мы отправились за ним, Наруто сражался твердо и непреклонно. Все потому, что он хотел защитить того, что связывал его их с Саски. Сяськи. Сясюськи. Сюськи. Наруто всегда сражается ради того, чтобы защитить кого-то. Вот почему он так силен. И вся эта война, битва за Наруто. Я понимаю, как много он значит для нас обоих. Мы должны его защитить. Поэтому надо выиграть войну любой ценой. Да, верь в себя. Твоя сила не знает границ, Хината. Если тебе ранят, то я тебе задам. Ханаби. Да, ты прав. Спасибо. Спасибо большое вам обоим. О, Неджи, ты тоже постарайся вернуться, хотя ты такой сильный, что, наверное, можно и не волноваться. Да. Обещаю, что вернусь с Хинатой и всеми нашими друзьями. Да. Тьфу, да. Ни хрена он не вернулся. Тот разговор навсегда останется в моем сердце. Он многому меня научил, объяснил, ради чего я должен сражаться. И главное... Показал, как стать сильнее, чтобы защитить то, что мне дорого. Неджи. Он защитил меня с Хинату, отдал свою жизнь за нас. Благодаря ему мы живы. Он часть того, что связывает нас. Да. Его больше нельзя увидеть, но я чувствую его в своем сердце. Неджи по-прежнему придает мне сил, как и Хинати. Вот почему. Да, я знаю, я точно знаю, что ты хочешь сказать, Наруто. Спасибо тебе, Наруто. Спасибо тебе, Неджи. Наруто и Хината. Они и фразу много думают о Неджи и пытаются справиться с его потерей. Даже я вижу, что Хината стал сильнее. Да, стал всем остальным похер просто. Что вы здесь делаете? Да так. А Наруто все еще твердо шагает по своему пути. Неджи, можешь ни о чем не беспокоиться. Они оба движутся вперед. Просто расслабься и наблюдай за нами. Конец.
Что еще надо вообще? Хинато по-прежнему благодарна Надже за помощь в тренировках, продолжает уверенно идти вперед на встречу будущему вместе с Наруто. Оба они настроены решительно и не намерены сдаваться. Чё скажешь? Кстати, что ты здесь делаешь? Просто решил пройтись? Ну, да. Да. Пожалуйста. И сюда, тварь. Как Миксан, кстати, там осталось сделать шагов. А, еще 4000. Ну, я сделаю. Я смогу. Ну, давай мне своего. Да. Ага, мне не скажешь, типа, иди дерись. Прекрасная зрелище, иногда она может быть опасной, даже жестокой. И вновь природа подсказала мне интересную тему для тренировки. Да что ж ты на моя птапа? Да-да-да. Я не знаю, мне никто так часто не появлялся в Наруто и не давал мне ни хрена. Может, потому что ДЛС? Чё ты спишь, скотина? А, нет, он в депрессии. Прошу прощения, мне говорили, вы продаете ожерелье? Ох, не все так просто. О, покупатель, прости, но сейчас у меня ничего нет. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что мой товар утащили эти глупые вороны. Я забыл, что они любят все, что блестит. Да, я оказался не умнее их. Ого, секунду, вороны украли ожерелье? Даже я такого не мог предположить. Ну что ж, это, конечно, та еще тоска, но, похоже, придется ему помочь. И куда улетели эти вороны? Просто расскажите все, что помните. Что? Не может быть, ты хочешь вернуть мой товар? Ну, я должен хотя бы попробовать. Ого, спасибо, да-да. Они так быстро летели? Летали. Кажется... Они разделились на две группы. Одна полетела на север, другая на северо-восток. Север и северо-восток. Те, что полетели на север, кажется, сели совсем недалеко. Возможно, даже в Ханохе. Значит, остальные улетели из деревни? Да, похоже, они летели очень далеко. Думаю, что... Раз у них есть крылья, значит им все дозволено. Надо подвести итог. Должен смотреть Коноху и поискать север... на северо-востоке от деревни. Думаю, что вороны залетели в какой-то дом, а значит мне меньше забот. Хорошо. О, ты отправляешься в путь, прошу тебя, умоляю, верни мой товар. А, он, похоже, взбодрился. Ну ёк макрёк. Вороны твари ещё иду. Я видел их на... Да, северо-востоке как раз. Рядом с могилой. Сраный кот его. В жизни затрахивает. Так и здесь не дают. Они были там, я помню. Да ёшки, найдите матрёшки. Да ты меня ведёшь.
вообще никуда не... А. Напомню, вороны здесь были. Так, здесь я верну ему товар. Зачем мне возвращать товар? Просто дадим какашки и все. Вот здесь были вороны. Вон. Ну, понятно, мне надо идти именно туда, куда показывает эта хрень. Чингисхан. Так. Что? Здесь была небольшая стая ворон. Думаю, это одна из вещей торговца. У вас есть серебряная посуда. Серебро? Что ж, она отполированная и в отличном состоянии. Так, идем дальше. Пора выбраться из Каноки и поискать на северо-востоке. А, блин. Прям так полезно было сходить сюда. Блин, все понятно, что на первый раз не сработает. Никогда ничего не срабатывает. О, господи. Либо Шина, либо Цунада. Никто больше не появляется. Куда мне? Да. А, на остров Черепахи, да. Недалеко. Северо-восток, чё? Так, куда мне вообще? Здесь нету никакой темной хрени. Ну, давайте побегаем, здесь должна быть. Не? А ты? Ходы, твари. Не-не-не-не-не, уйди, уйди. Упс, сори. Что? Здесь была небольшая стая ворон. Думаю, это одна из вещей торговца. Чашка даже близко не... Да и близко не похожа на жерелье. На жерелье. Ни одна из ворон не украла жерелье, а кто он говорил именно. Думаю, пора вернуться к торговцу. Сейчас кажется, что нас обманывал. Он просто захотел вернуть товар. А все такое... Как стая ворон вообще может украсть что-то? То есть она крадет, конечно, но... Да я уже кинотрю. Видимо, с ним я не получу эту ачивку. Хотя и ачивки-то нет. А, вот тут. Плюс чашечку.
Я собрал все, что несли вороны. Да, я понял. Спасибо. О, я знал, что ты справишься. Теперь моя семья не кажется на улице. Большое тебе спасибо. Я хотел купить у вас ожерелье. Но среди того, что тащили вороны, я его не нашел. Что случилось? Ожерелье? Я не продаю ожерелье, только посуду. Что? Возможно, ты не так меня понял. Я никогда не говорил, что торгую ожерельями. Нормально. О, покупатель... Прости, но сейчас у меня ничего нет. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что мой товар утащили эти глупые вороны. Это правда. Он этого не говорил. Но постойте, моя подруга сказала, что здесь должен быть торговец, который продает ожерелье. А, я понял. Вообще-то украшение торгует мой старший брат. Но у него возникли кое-какие дела, и он ушел. Но не волнуйся. Вон он. Он обязательно вернется. Возможно, твоя подруга видела моего старшего брата. Просто невероятно. Мне очень жаль. Нет, это я сам не разобрался, не стоит волноваться. Пожалуй, надо поговорить с другим торговцем. Недалеко он как-то ушел. Или далеко? Нет, недалеко. Прошу прощения, мне говорили, вы продаете ожерелье? Ух, не все так просто. О, покупатели, простите, но сейчас у меня ничего нет. Кажется, я где-то уже это слышал. Дело в том, что мой товар утащили эти глупые вороны. А он опять скажет, что я не говорил о жерелье. И забыл, что они не любят. Что не любят все, что блестит. Да, оказалось, не мне. Вы тоже? Что? О, нет. Пустяки. Видишь ли, я сам только что ходил на поиски. Но ничего не нашел. Ага. Ух, так вот почему я его не видел. И куда улетели вороны? Я хочу их найти, так что расскажите мне все, что знаете. Что, не может быть, ты хочешь вернуть мой товар? Ну, совершенно очевидно, что чем все это закончится. Ладно, спасибо, да-да-да, они так быстро улетели. Кажется, думаю, они полетели из деревни куда-то на юг. Прежде чем уйду, мне надо кое-что спросить, что именно украли вороны? Ожерелье, видишь ли, я торгую украшениями. Наконец-то то, что мне нужно. Хорошо, я посмотрю за деревней, так ты говоришь, они на юг улетели. Все верно, пожалуйста, я рассчитываю на тебя. Как удобно знать, куда они улетели. Привет, Канахамару. Вернись, скотина, ожерелье. О, привет, Шикамару. Канахамару, что ты тут делаешь? Тут была большая стая ворон, но я пошел посмотреть, что к чему. Потом нашел блестящее ожерелье. Если он нашел ожерелье рядом с воронами, значит это ожерелье торговца. Канахамару, эти вороны украли ожерелье у торговца. Могу я его ему вернуть? Что? Правда? Но ожерелье меня никогда особо не интересовало, так что не вопрос. Мне кажется, что я не должен просто так его давать. О, я знаю, я хочу, чтобы ты сразился со мной за ожерелье. Сразиться с тобой. Так, постой, я? Нет, поединка нет, ожерелье. Так. Брось, ты ведешь себя как ребенок. Ну, иначе ты ни за что не согласишься сразиться со мной, так? Это мой единственный шанс. Признаюсь, я давно хотел помериться с тобой силами, Шикамару. Только один бой, давай. Так. Ну и ну. Ладно, хорошо. Хотя, пожалуй, это отличная возможность узнать, на что способно следующее поколение. Хорошо, тогда приступим, я буду сражаться в полную силу.
Та-та-та-та-та-та-та. Ну, я тоже буду как бы сражаться в полностью. Давай. Нет, у меня не изменилось ничего. そこがてめえの墓穴だ。 Скотина так. Ах ты твой. Отсрут. Точно? Будет больно.最初から俺の手の内にいたんだよ。あんたはそこがてめえの墓穴だ。オーブアリ。な、こんなもんだろう。ね、だ。Это должно будет достаточно. Ох, как ты силен. А ты силен, точнее. Все говорят, что ты талантливый стратег, так что я решил, что смогу победить грубой силой. Но я ошибался, ты и правда очень силен. Теперь я доволен. Да-да-да, красивое ожерелье. Продать тебе то, что я обещал. Да, спасибо. Какой простой парень. Я был так рад, когда ты согласился провести со мной поединок. Большое спасибо. Теперь осталось только отнести жерелье торговцу и заплатить за него. Сейчас оно будет стоить 100 тысяч. Я он ожерелье в себя оставил. Ну, следующий после меня? Да, если ты сильнее всех в Канокихи, то кто стоит на втором месте? Шикамару, наверное. Правда, я думал, Чоджи или Шина? Ну точно я тебе не скажу, но Шикамару очень силен, в этом можешь не сомневаться. Он очень ленив и пассивен, но мозги у него то, что надо. Мы не раз вместе выполняли задания, и стратегии всегда нас выручали. Я бы смог победить Шикамару в обычном бою, но в поединке умов. Не может быть, даже ты? Скорее всего, нет. Скажу только, что именно он научил меня, что ниндзя должен уметь пользоваться мозгами. Одной грубой силы недостаточно. Такой парень может быть каким угодно, только не собой. Если бы ты сразился с ним, ты бы сам это понял. Если появится такая возможность, обязательно поговори с ним об этом. Все как сказал Наруто, Шикамару очень силен. И без солнца я тоже это говорил. Все это еще не все. По-настоящему великий ниндзя должен быть еще и умен. Я ненавижу учиться, но похоже это необходимо, чтобы стать сильнее. Хорошо? Не знаю. Осталось только нести ожерелье торговцу. Удивительно, сколько времени я на это потратил, но похоже скоро все закончится. Что это за пацан? Эй, я нашел жерелье, которое унес ворона. Такой забрал, такой. Оо, это действительно то самое жерелье. Большое тебе спасибо. Теперь я бы хотел его купить. Ну. В чем дело?
Дело в том, что на него уже есть покупатель. Этот ребенок хочет подарить его своей матери. Да, я долго копил на него. Мне сказали, что она потерялась, я сильно расстроилась. Спасибо, что нашел. Но ты вернул ожерелье и перед тобой в долгу, так что я могу просто тебе его отдать. Я постараюсь найти для ребенка что-то другое. Нет. Эй. М? Думаю, твоей маме обязательно понравится это ожерелье. Да, огромное спасибо. Ты удобно ожерелье, мальчик. Ты уверен, что она тебе не нужна? Да ничего страшного, мне не нужно было именно это ожерелье. Ну, прости, что должен это сказать, но похоже, все, что ты сделал, было напрасно. Вовсе нет, по меньшей мере я смог помочь ребенку. О, а ты и вправду не такой, как все. Кольцо? Вандовая смесь, окей. Сейчас у него аллергия на ванду будет. Что это? Это знак благодарности меня и моего брата. Мы же не могли отпустить тебя с пустыми руками. Это засушенная ванда. Не стоило, но спасибо. Это я должен тебя благодарить. Так я так и не получил ожерелье, думаю, пока лучше вернуться в кабинет Хокаге. Очень нужна лаванда. Что надо? Давай. Я больше по Конохе бегаю вообще. Что в той, что в этой компании. Как та компания называлась? Черт. Шикамару? Шестой, насчет подарка хозяину замка Хазуки. Простите, но это все, что мне удалось достать. Там лаванда? Сейчас кажется, что он обожает лаванду. Такой забрал, мне понравилось. Нет, это идеально, я уверен, ей понравится. Молодец, Шикамару. Что? Но он сказал, что ничего не нужно. Потом взял подарок без лишних слов. А сейчас надо отправить письмо с ответами. Сам этим займусь. Что-то здесь не сводится, но похоже, моя работа выполнена. Думаю, пройдет какое-то время, прежде чем мы отправим подарок с письмом. Надо найти какое-то занятие, чтобы немного убить время.